Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самарские тренеры получают дипломы. Самарский футболист пополнил команду послов чемпионата мира 2018. Защитник питерского «Зенита» Александр Анюков стал послом чемпионата мира по футболу 2018. Анюков начинал спортивную карьеру в промышленном районе Самары на футбольной площадке школьного двора. Это потом к нему придет мировая известность. Самарец помог крыльям Советов выиграть бронзовые медали чемпионата России в 2004-м, а в 2008-м стал бронзовым призером чемпионата Европы. В составе питерского «Зенита» четырежды был чемпионом страны, выигрывал кубок и суперкубок УЕФА. Кроме Анюкова, Самару представляют баянист Сергей Войтенко, летчик-космонавт Олег Кононенко и дзюдоист Тагир Хайбулаев. Еще недавно эти студенты учили спортивному мастерству своих подопечных без специального тренерского образования. Одни сами в прошлом чемпионы, другие любители-самоучки. По новому федеральному закону теперь работать тренером может только дипломированный специалист. Первые выпускники физкультурного факультета повышения квалификации педунивера защищают свои проекты и получают дипломы. Они сами имеют, допустим, высокие достижения как спортсмены. Они могут быть мастерами спорта, чемпионами различного уровня. Но их базовое образование, оно не соответствует сегодняшнему роду деятельности. Это может быть техническое образование, военное образование. Постигать тренерскую науку самарские тренеры-самоучки начали осенью 2015 года. Почти 200 человек. Изучали психологию, физиологию, педагогику и, конечно, последние достижения в родной профессии. У меня, к сожалению, не было специального профильного спортивного образования, но поскольку я очень сильно занимаюсь сейчас массовой спортивной деятельностью, являюсь тренером-общественником, я решил придать своему опыту конкретную кристаллизацию в виде специального образования. Я стал, скажем так, более фактологичен, более последователен, я стал более обладать конкретными знаниями о конкретных физических качествах, динамических стереотипах, формировании нервных связей и так далее, то, что мне непосредственно нужно в моей широкой деятельности. Педагоги выстраивали диалог с мастерами тренерского искусства, правда, не дипломированными. Тренеры делились опытом, учителя – знаниями. Мы специалисты, которые проработали долгое время в спорте. То есть мы не студенты, которые еще ни одного дня не были там, в спортивном зале, в бассейне там, и так далее. То есть у нас занятия проходили в плане вообще диалога. И это так было интересно. Я даже не ожидала, что такой будет результат. В педунивере стартовала новая заявочная кампания для желающих за полгода получить профессию тренера. Это при условии, что есть первая базовая специальная, например, техническая. С аттестатом зрелости придется получать высшее физкультурное образование, ведь без диплома, начиная с 2020 года, готовить спортсменов к соревнованиям будет запрещено. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.